Сбербанк выполнил 5-летнюю стратегию развития. За 5 лет он стал международным. Достигнутые успехи и задачи на будущую 5-летку обсудили в ходе вебинара, который провел глава Волговятского Сбербанка России Сергей Мальцев. По итогам прошлого года кредитный портфель Чувашского Сбербанка превысил 57 миллиардов рублей. Объем привлеченных средств приблизился к 52 миллиардам рублей. 10 человек ежедневно получали поддержку как малый бизнес. Также 9 предпринимателей ежедневно делали выбор в пользу Сбербанка. На рынке ипотечного кредитования Сбербанк также сохраняет лидирующие позиции. В 2013 году клиенты Чувашского отделения оформили 6617 жилищных кредитов. Обладателями новых автомобилей стали 705 человек. Количество пользователей Сбербанк онлайн на территории республики превысило 100 тысяч. С точки зрения мобильного банка, здесь прирост, правда, на 46%. На сегодняшний день количество терминалов, которые установлены в торгово-сервисной сети, общее количество превышает 2600 штук. В настоящее время филиальная сеть Чувашского отделения Сбербанка включает 215 офисов. По программе переформатирования, рассчитанной до 2018 года, были открыты Центр развития бизнеса в Новочебоксарске, ВИП-офис в Чебоксарах и еще 11 внутренних структурных подразделений. Введены в эксплуатацию 3 мини-офиса в крупных торговых центрах, 5 остановочных павильонов. В этом году мы откроем Центр ипотечного кредитования. Причем он будет у нас большим достаточно. Я так понимаю, что он, наверное, будет самым большим в Волгоградском регионе, потому что обслуживание будет вестись на 2 этажах. Чувашское отделение Сбербанка активно реализует инновационный проект «Школьное питание». На сегодняшний день уже 14 средних учебных заведений Чуваши используют электронную систему платежей через Сбербанк. В перспективе планируется подключение еще 11 школ.